Всем привет, ребят. Ну что, как я и говорил, в конце месяца немножко задержался итоги на конкурс на топовый арк Абрикосика на русском сервере. Как видите, герои есть отличные. Минотавр есть, Зефир есть, что еще надо. Фрея, Огник и прочие герои с хорошими такими прокачками. Ну, я думаю, для бездоната это реально кайфовый аккаунт. Что вам надо было сделать? Подписаться на мой второй канал, на канал Абрикоса с нарезочками, оставить комментарий с хэштагом «Люблю Абрикоса», плюс оставить комментарий, ну, сделайте пост видоса, куда вы делали этот репост и как с вами связаться. В принципе, все. Я думаю, ничего сложного в этом нет, поэтому поехали. Сейчас с вами выберем. Я надеюсь, это будет очень быстро и недолго. Мы быстренько с вами выберем победителя. Так, комментарии. 212 всего. Я сейчас даже их так ради интереса. Ну, хотя, в принципе, можно открывать, не открывать. Я открою для того, чтобы проверить, чтобы не было спама. Придется все-таки все открыть. Да, он действительно того стоит. Такс. Ходят слухи, что абрикоса маленькие. Не знаю. Будет ржачно, если он попадет и абрикос за это его накажет. Скажет, я не хочу. Так, неделю назад. Все, вроде всех открыл. Для проверки поехали. Вот все правильно. 212 комментариев. Конкурс на злобный ак. Поехали. Так, вот наши все. Ну, нифига себе, вообще прикольненько сделано. Че, поехали выбрать. 220 комментариев. Так, вообще отлично сделали. Чик. Люблю абрикоса, связь, репост. Помидор. Помидоры и абрикосы, ребята. Когда он оставил? 25 числа. Да, неделю назад. Так, смотрим. Помидор. Каналы. Смотрим подписки. Так, мой канал есть. Первый, второй. Где канал абрикоса? Абрик. Где наш абрик? Я гляну, абрик там, по-моему, поменял. Да, есть вот канал абрикоса в подписках есть. Отлично, это радует. Так, поехали дальше. Айдишку его пока коперну, проверю под видосиком. Так, люблю абрикоса только один. Ну, я сейчас так проверю просто на этот помидор. Нормально, кстати, у него еще подписчиков 4000. Что он там такое снимает? Это снимает. Помидор. Помидор и абрикос. Так, хорошо. Айдишка одна, это есть. Поехали, забежим его в ВК. Копировать. Так, надо банку включить. Так, есть Артём Саблисенко. Вот так вот. Ищем видосики. Есть конкурс на топовый аккаунт. Айдишку вам, наверное, не видно. Я вам вот так вот сделал. Вот его айдишка, если вы не верите, что это не его. Ну, потому что многих бывает бомбит. Как же так? Как же не я? В принципе, все условия выполнил. Поздравляю. Свяжу вас с абрикосом.
абрикос, точнее, напишет тебе, только абрикос... Да, в принципе, абрикос же сможет написать, я скину айдишку ему. В общем, вот так вот, ребят, поздравляю с топовым аккаунтом. Кто хотел, тот участвовал. Ждите еще видосики интересные с аккаунтами. Многие ребята предлагают на розыгрыш, потому что забрасывают, ну, многие на слив, потому что не могут из-за того, что почта основная. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.